Приветствую всех, мои дорогие зрители. Мы продолжаем играть в Don't Starve Together в кооперативе с Сергеем. Приветствую всех выживших. Сегодня мы, как обычно, в новом амплуа. И мы все еще ищем каменный биом. Да, я нашел два камня, но не знаю, как. Насколько. Я вот тут тоже один нашла камушек. Сделаю кирку себе. Да, я могу сделать кирку. Камень, к сожалению, получается обычный, вроде бы, не золотой. Ну да, обычный камень, он такой серенький. Если с золотом, там будет видно, что он отличается так от обычного камня. Мне надо в сундучок что-то. Места нет. Вообще кошмар, не хватает места. Так, гриб выкину. Кстати, ты знаешь, что если свиней кормить там какими-нибудь ягодками, грибочками, они тебе удобрения будут давать? Ага. Нет, не знал я такого. А если мясом кормить, то тогда они будут приручаться. Очень хорошо. Так, я камни набираю, все, место освободил. Ой, слушай, она у меня грибочки не ест, которые восстанавливают разум. Вот это жесть. А у тебя что-нибудь там, венок одеть? Или еще что-нибудь? Селитру собирать? Селитра пока не нужна. Это на лето нам. Так, ну один я раздолбасил камень, но это вообще ни о чем получается. Так, иду ко второму. Вроде второй золотом. Сейчас я гляну на... Там такие непонятно. Крапинки там... золотые будут, да? Ну, я на карте смотрел, думал, с золотом. Сейчас посмотрю, подбегу. Пощупаю. Да, золотой, золотой. И много там таких или только один? Один. Один простой был, вот, и один сейчас золотой будет. Угу. Золото. А, во, все упало. Так, а машина научная... Да, все, мы можем... Слушай, я нашла каменный биом. Вот он, здесь куча золота, куча камней. Так, пиши. Пиши. Прокладывай. Это, короче, надо вернуться к нашему порталу, где мы начинали. Вот, я сейчас туда как раз спускаюсь вниз. Мы же снизу пошли же, правильно? Да-да-да. А он на карте там обозначен, портал. Я вот знаешь, что думаю? Как бы нам научную машину поставить... Я вижу, что в меня только... уже ничего не влазит. А ты там недалеко от дома? Так, сейчас я портал ищу. А портал. А, портал наверху. То есть мне наверх надо, да, чесать? Так, наверху. Ну, ну я от короля свиней, получается, надо идти вправо. Да, и вверх. И портал такой зигзаг... Как она зигзагом нарисована такая? Чик-чик-чик. Черненькая. Завитушка. Да. Да, все. И по дороге я два камня вижу. Все. Слушай, сюда. А ты, если недалеко от дома, может быть, ты выложишь там, ну, на пол выбросишь какое-нибудь дерево, что-нибудь такое, потому что мне тут ничего не помещается, хотя бы заберешь. От дома, то есть мы будем жить тут возле короля, да, где-то в деревне, правильно? Ну, я думаю, да. Хотя, конечно, вот этот вот каменный биом далеко. Ну, я-то, честно сказать... Не спец по выживанию в этой игре, поэтому я бы доверился бы лучше к тебе. То есть, где скажешь, там мы будем. Мне золото не лезет, золото не влазит, везде валяется здесь. Выкини какую-нибудь там семена, там я не знаю. Так вот, нету у меня никаких семян, разве что мясо монстра выкинуть. Не, мясо-то тебе нужно. Мясо монстра, это другое, оно плохое. Ну как плохое, из него можно что-нибудь готовить? Или же... кормить свиней. В общем, я бегу к королю свиней, сейчас выкину там все. Ну, не все, конечно, что свиньи не едят. Я, правда, тут не знаю, глазики. А, скину я, наверное... Так, а жареные грибы не съедят, да? Вот дилемма-то. Камни свиньи все едят. Ты можешь выкинуть уголь, например, пока что, пусть там валяется. Надо было мне тоже скинуть его. Каштан, дерево. Так, древесный уголь сейчас выкину. А, камни выкинул. А, шишки выкину. Шишки можно будет посадить. Так, и выкину паучья железа. Будет лежать, нет? Не, железу не должны съесть. Не, лучше не буду рисковать. Так, из сундука сейчас выкину. Выкину шерсть бифала, наверное. Это ж несъедобная штука. Так. Не должна быть съедобной. Хотя свиньи могут все сожрать. Пепел выкину тоже не проблема. Нет, пепел нельзя выкидывать. Да? Потому что
Ветер дунет, и пепел развеется. Вы понял? Так, навоз выкину. Вот это-то точно никому да, не нужно. Да, навоз можно выкинуть. Ну все, у меня, в принципе, 3, 4, 5 ячеек свободных есть. Хватит? Да, должно хватить. У нас еще не со стаканом. Пособираешь? Тут селитру я набросала. Нам она потом пригодится на лето. Ой, так жрать хочу. Жесть. Это там возле портала, да? Угу. Ну, ты пока не спеши тогда, делай костер, там жарь, мясо, чем ты там... Мяса-то нету, вот именно мяса-то нету. Надо сейчас кого-нибудь убить. Где мой сундук? Так, где сундук? Там мясо есть. Вот надо бы мне тебе лучше сундук дать. Что-то вот мы сразу-то не подумали. Тебе-то он был бы как бы нужнее, чем мне. Не, мы сейчас делаем рюкзаки. И все будет пучком. Места будет много. Пчелки гудят. Скоро ночь. Так, а что у меня с деревом? Ага. Блин, щелкнул на костер, я теперь с костром бегу. Ну ладно, его сейчас все равно оставить. Так, время почти ночь. Хотела бифала убить. Тут ставлю костер. Ой, а здесь их трое. Оп. Кого бы убить, кого бы сожрать-то? Может, свинью убить? Смотри прости, уже. Свинюшка. Ты сможешь с факелом бить? Сейчас так. Просто. Сейчас я тут дерево подожгу. О, все уснули. Один этот Уилсон не спит. Со свиньей тяжело биться. Она убегает постоянно. Несвеженные жареные ягоды. А у них получается не портятся, да? И у них этот убавляется. Те характеристики, которые они дают. Вот здоровье они 0,3 только. Да, да, да. Хуже становится, так, портится. Да, съедаю я их. И мозги надо подправить, потому что смотрю, что от дождя-то ему как-то не очень уютно. Зонтик надо скрафтить. Так, а на зонтик там нужны свиные хвостики. Костер, надеюсь, от дождя не потухнет. Ой, места нету. Чуть-чуть подожди, все, сейчас утро, и я к тебе. У меня сундук свободный. Где-то здесь у меня костер был. Хотя бы кусочек мяска пожарить. Сундук тут один или можно еще найти? Вроде бы один должен быть. На весь сервер один сундук? Ну, должен быть, да. Кошмар. Несправедливо. Я у тебя сейчас подарю. А ты где уже находишься? Да почти до портала уже подбежал. Потом смотри. От портала есть дорожка вниз. Вот этой дорожке прям беги, ты там найдешь меня в самом начале. Там будет селитра валяться. Так, камушки, по дорожке, целая, да? Целая куча камней. И смотри, там аккуратненько, там глазики бегают. Тут получается, знаешь, как бы тебе сказать, но я уже почти добежал до портала. Я, наверное, мимо тебя пробежал. Нет, ты до портала добежал, и от портала вниз дорожка. Вниз? Угу. Все, а я-то слева же пришел, точно. Все, пошел вниз по дорожке. Там будет такая каменистая поверхность, так, все, у меня уже камни не влазят. Пока таежный пошел, тайга. Тайга? Ну да, тайга, а потом начнется каменный биом. Все, значит, я правильно гайду. Тут таможник живет. Еще один таможник. Ох, Серега, ко мне прибежишь, соберешь то, что у меня не влазит. У меня дорога пошла вправо, это нормально, да? Так, вправо. Вниз и вправо пошла. Ну, немножко правее, да. Немножко если правее. Поворачивать, то примерно так. Так, бифала бы убить. Жрать хочется. Так, а теперь чуть не вверх пошла. Сейчас тогда я вернусь к порталу. Но я по дороге бегу. Я по дороге. И ничего я тут не вижу. Так, я, может быть, не добежал до тебя. Да, тут потеряться очень легко. Так, вот опять вниз пошла. И влево. Сейчас я тебя встречу.
Так, влево, потом опять вниз. Так, свинья. Она же, знаешь, такая дорога, это зигзагами такая, шик-шик-шик вниз идет, да? Правильно? Ну да, что-то ты только долго бежишь. Как? Сейчас я вернусь к порталу. Я по дороге бежу. Возвращайся к порталу. У портала встретимся. Оу, и кончилась дорога. Да, ты, видимо, не туда побежал, потому что слишком долго бежишь там, совсем около портала, недалеко. Все, я к порталу подошла, жду тебя. Кстати, а если вот так поворачивать карту, то... А карта-то тоже поворачивается. У нас может просто мир у каждого по-разному повернут. Вот в чем беда. Теперь я понял. Там от портала 4 дороги отходило. Я, скорее всего, не по той пошел. Тебя у портала. Все, бегу. Так, сейчас я напрямую прям мимо дорог всяких. Блин, день тут такой короткий. Надо бы костер сделать хотя бы. Мясо пожарить, а то голод уже 10. Сытость. А мясо-то нашла, все? Ну да, убила буфала. Бифала. Пока тебя жду, хоть поем немножко. Ес сжигает, буфало убивает. Ну, бывает. Надо поскорее котелок сделать, чтобы нормальную пищу готовить. Все, отъелась. Теперь можно и вздохнуть. Да, теперь надо вернуться на каменный биом, нарубить как можно больше камней, вернуться к свиньям и там уже заниматься крафтом. О, наконец-то. Все, вот. Пойдем за мной. Ну вот я оттуда и пришел. Вот по вот этой дорожке. Нет, да. Это у меня вправо дорога уходила. А я вниз ушел. У меня она вниз. По другой дороге. Давай я тебе сундук отдам. Держи сундук, потому что палочку просто выкинуть, да? А, вот, отдать. Все. Он тебе нужнее, чем мне. Так, а что там у него? Ой, мяско почти испорченное. Лепестки испортились. Ай, Серега. Оу, а у меня что-то нормально все, я и шапку не делаю эту. Все испортилось, мог бы использовать. Так, вот здесь вот селитра. Тут вот я кучу золото, всего разбросала. Золото. А внизу, смотри, осторожно, там глазики ходят. О, вижу, ага, смотрит на меня. Смотри, не нарвись. Так, золотинку заберу, оп. Короче, смотри, собираем камушек как можно больше, чтобы потом сюда... Обычные камни, да, вот, которые вот эти? Ой, Серега, убегай! С глаз. Он за тобой, наверное, да? Я попробую его убить. Так, удар, отбежали. Это он? Удар, или? Отбежали. После каждого удара надо отбегать. Может быть, смогу замесить его? Ты видишь, да? Да, вижу, я наблюдаю. Смотри. Еще маленько. Ой, он убегает, он к тебе пошел. Ой, там ой, еще ой, один, ой, смотри, ой, аккуратно. Ой, ой. Сейчас я его добью. Маленько осталось, 25%. Так, еще пару ударов. Еще чуть-чуть и... мертвый. Два куска мяса. Смотри, аккуратно, там еще один есть. Ага, так, сейчас я золото добью. Кстати, надо с костром замутить что-то. Так, что-то опять места нету. Еще грядки сделаем, придем. О, яйцо вижу, но его, наверное, лучше не брать, да? Ну, как тебе сказать, в принципе, мы убили. Глазика. Там яйцо валяется просто, вот, не знаю, надо оно, не надо. Если глазика рядом нету, ну, его съесть можно. Не, лучше не подходить, там вот этот... Там внизу один стоит, караулит. Ой, опять сагрило, да что ж такое? Серега, о, беги! Давай. Я костер поставлю. Ладно, руби. Кстати, да, ставь костер, сейчас будет ночь. Возле домика свинячего. Давай. Заодно мяско можно пожарить. Хотя нет, голодная немножко. Так, как-то это... часто жрать хочется. Портятся бабочки. Так. Ой, а у нас, подожди, светлая ночь, что ли, или нет? А нет, нет, не светлая. Шестой день уже, скоро собаки придут. А, рука! Серега, рука! Где? Сейчас где-то будет. Вон она. Серега, рука! Нет, надо не убегать, надо на нее наступать. А-а-а. Она хочет потушить наш костер, не давай ей тушить наш костер. Вот оно что.
Блин, на следующий день-то если собаки побегут, как отбиваться будем? Ну, я думаю, я справлюсь. У меня копье, у меня шапка. Вот только с разумом плоховато. Может, машину сделаем, да я чем помогу? Золото-то уже все набрали. Нет, нет, мы сейчас на базу пойдем, сделаем научную машину и сделаем тебе копье. У меня с голодом совсем беда, я что-то даже это... А возьми в сундучке, там покушать, наверное, есть что-то? Там только грибочки, семена пожарь. Руку-руку смотри. Так, грибы... О, семена, да, семена же можно жарить. Так, семяночка. Блин, опять этот глазик, как он меня достал. Так ты его не трогай, да и все. Так нет, там около него золото находится и камни, я хотела срубить. У меня 5 золота уже есть. Это мало. Ой, семена вообще ни о чем, можно даже смело их игнорировать. А ты их пожарь, Серега. Жарю, я жареную ем. Ну что-то они вообще... По-моему, они 4 восстанавливают. А, подожди, у меня есть 7. Мясо. У меня же есть мясо, идите мяско там. Оставь мясо, я не помру здесь. Я сейчас что-нибудь насобираю. Сейчас, короче, домой побежим. Сейчас крафтить. Домой побежим, там ягод будет целая куча по дороге. О, морковка же еще есть, точно. Сейчас насобираю. Там и у свиней как раз есть. Так, мне надо дерево нарубить, а то ночь придет, а я без ничего. А я думаю, мы успеем добежать до дома. Блин, этот глазик, там прям такая золотая жилка. Может его убить? Давай я его убью, у меня раздражает. Давай, а пока ты его сагрила, я буду это... Золото. Да, ты занимайся. Может, потом яйца, да, можно забрать. Место есть? Хорошее копье такое. Так, а яйцо надо... стакается, нет? 30% осталось. Ой, вроде бы яйцо нет. Не стакается. Так, сундук. Сундук, иди ко мне. Забила. А, Серега, держи мяско жареное. Сейчас, минутку. Так, сейчас я одну штучку съем. А вот это ты ешь, а то у меня не влазит. А где сырое мясо? Так, сырое? А я, наверное, вот выкинул. Ой, выкинул, собрал. Вот, я кинул. Вот, бери жареное мясо и ешь. Давай сейчас разбираем здесь камни. Заберем все это дело вот. И пойдем уже домой. А то сразу скоро придут собаки. У тебя место для селитры есть? Одно место есть, да, свободное. Да, вот забирай селитру. А если нас убьют? Что если? Если нас убьют. Да. Так что смотри, не умирай. Так, все, тогда бежим. Серега, а вот это вот в тебя не влезет, вот это все? Должно влезти сейчас. Да, все, не влазит. Все, влезло. Так, вот еще камушки оставили. Вот здесь я уже боюсь. Побежали. Забирай. Сейчас последний камушек. Это вам, ребята, не 7 Days. Тут страшнее выживать. Прям страшнее. Да, я, может быть, просто в первый раз играю. Для меня это как-то, ну... А, кстати, я сама помню, когда первый раз играла. Вообще такое все сложное казалось. Да, кажется, что как будто я тут чужой. Побежали домой, лучше по дорожке. По дорожке так, быстрее. Всё. До короля свиней. А у тебя шапка бесконечная? Или она Нет, ломается? Нет, она ломается, конечно. У нее 80% осталось. И копье мое 27% осталось прочности. Тюн-тюн-тюн, бородатый. Так, подожди, домой, по этой дорожке. Дуэт бородатый и... Ой, бородатый, я решила. Дуэт рыжий. А тебе бриду надо будет еще делать. А что, он с бородой не сможет ходить? Ну, можно ее стричь. Или ты хочешь быть бородатым. Хотя нет, расти бороду. На зиму как раз теплее будет. Пускай растет. У меня потом она прикольная, такая длинная будет. Тебе теплее будет. А, еще нам надо будет выследить 2 мамонтов обязательно до наступления зимы. Шубы сделать, да, наверное? Да, пальтишко сделать, иначе мы замерзнем. Опа, а что тут, болото, что ли? Нет, не ходи на болото, давай сюда, поворачивай вниз. По пути там старайся травку еще пособирать. Да, я так и делаю. Смотри-ка, след мамонта. Блин, а мы, наверное, сейчас его не выследим. Ладно, потом мамонтов займемся. Давай пока про мамонтов забудем. Да, у нас сейчас полный инвентарь. Надо выжить просто сейчас.
Я правильно бегу? А, да. И да. Хорошо, что у нас здесь пчелы. Надо будет потом еще на пчел поохотиться. Вниз и влево там надо будет бежать. Угу, все, я уже вижу. Так, надо будет сейчас постоянный костер, наверное, сделать. Блин, а у меня это... Надо дерево подрубить, 5 поленьев всего. В общем, я тебя жду на базе, тут пока порядок наведу. Все, давай. Все. Прям около короля свиней, наверное. Около самого короля. Ага, я вижу, да, что ты уже разгрузился. Да, я возле короля прямо. Поцелее будет. Значит, что мне надо? Выживание? Нет, наука. А нам к собакам, наверное, надо было мясо, да, побольше заготовить, чтобы свиней накормить, и они нас защищали. А они и так будут с ними драться. Даже если их накормить. Понятно. Хоть какой-то этот... Просто видишь, если собаки придут ночью, свиньи-то в домиках будут. Да. Они могут и ночью, да, прийти? Но я надеюсь на свое копье. И плюс можно к бифалу отвезти их. Может эту, давай все-таки станцию там сделаем и... Какую станцию? Уже не биться буду, да, с ними? С собаками. А? Бифала с собаками тоже будут биться? Да. Ага, так, все. Буду знать, куда чесать. А они что же спят, по-моему, ночью? Кто? Бифала? Ну, они встают, просыпаются, когда собаки бегают. Мне надо будет, наверное, факел сделать на ночь, потому что я бегать-то возле костра не смогу. Так, научная машина. Куда бы ее поставить? Давай вот куда-нибудь сюда. И у нас, наверное, опять ночь кончится, и закончится серия. И, Серега, ага, вот сюда куда-нибудь костер поставишь? Сейчас я нам сделаю постоянный? Рюкзаки. Да, постоянный. Так, если вот где я стою, пойдет здесь? Угу. Так, рюкзачок держи, я тебе сделала, вот валяется. У Воу. Тебя будет больше места. Воу, вообще И красота. Можно открыть подарок, давай подарки откроем. Так, давай. Ой, топор какой-то тебе выпал. Собирай свои подарки. Нет, это не топор выпал, это у меня был топор. Мне дали какие-то красивые туфли, сейчас мы их оденем. Так, низкие сейчас... каблуки. Ячейку освобожу. Ты видишь, вот. Я теперь на каблуках. Я сейчас быстренько откушаюсь и подарочек открою. Кстати, да, мне тоже надо покушать. Сейчас будем делать... Я каблуки не вижу, я вот туфли вижу у тебя только. Вот такие каблуки. Бумс, открываем. Открываем, и у нас юбка. Юбка? Тебе? Юбка, подтвердить. Мне юбку дали. Ну, ёшкин бабай. Это что-то какие-то это. Это тебе надо было юбку и каблуки. Нет, ну можно другого. Или подожди, или ты в юбке? Юбку, да, вот юбку дали. Я теперь этот шотландец буду. Шотландцы же вроде ходят в юбках. Ну да. Так, каменные блоки я сделала, золото у меня есть. Сейчас я еще скрафчу нам алхимическую машину. У тебя есть дерево? Сделай 4 досочки. Так, 4 досочки. Сейчас сделаю. Кстати, нет, у нас еще 7 минут есть. Что-то я ошибся маленько. Так что нормально. Так что мы еще успеем накрафтить. Да, у нас еще весь день впереди. Сейчас как раз на бой с собаками будет. Так, досточка. Так. Сейчас вспомню только, где это делается. Это делается в материалах. Материалы, доски. Конструкции. А вот материалы. Сколько надо? 4 досочки. О, у меня только 2, наверное, выйдет. Так, надо еще вот рубить деревья. Держи, тебе копье я сделала. Держи копье, будешь, если что, биться им. О, спасибо. У него там дамаг больше. И что я еще хотела скрафтить там? А, доски теперь нужны. Так, а я в рюкзак вот так могу... Да, могу селитру скинуть. Так, камни. А у тебя камни еще есть? Очень... 8. Всего лишь 8 камней? Да. Это все, что мы набрали? А я еще костер сделал. Мало камней. Надо будет еще побегать набрать. Кстати... Вот здесь у нас есть след мамонта. Давай поохотимся. Пока есть возможность около дома. А, давай, сейчас я только еще дерево буду по дороге. А там надо побыстрее это делать, иначе след может пропасть. А, все, понял. Так. То есть мы идем по следу, смотри, видишь, кучка? Вот иди сюда. Бегу. Так, а ты у меня-то... Вот, кучка. Видишь, надо ее раскопать. Вот раскопай кучку. Попробуй. Чем? Просто подойди на нее, да, нажми пробел.
Не смотри, видишь след, куда ведет? В эту сторону. Влево, идем? Да, идем по следу, сейчас будем выслеживать мамонта. Вот оно. Вот как. Еще след. Давай откапывай. Будешь учиться. Тик-тик-тик-тик-тик. Так, он сейчас, наверное, направо. Да, он вот туда пошел. Бежим. Даже чуть вниз, как бы. Ищем, ищем след. Просто его можно потерять, он пропадет, и все. И мы со следа вот собьемся. Точка. Тут карту надо крутить, потому что если заберет, видно. Так, бежим сюда. И надо будет его загонять. Смотри, он будет от нас убегать. Надо будет его куда-то в угол завести, окружить аккуратненько. И главное сделать ему один удар. Как только так, мы сделаем один удар, он будет атаковать нас. Ага. Поэтому... Ну мы его забьем хоть, надеюсь? Нет, точно так же, как Бифало он бьется. Тот же Бифало, только с хоботом. И побольше, наверное, да, у него хпшек будет. А вроде бы столько же. О, ловушка для кроликов. А вот я про нее и говорил тебе. Так, вниз маленько, вправо. Вот-вот, вижу след. А, смотри-ка, смотри-ка, кто здесь. Отбегай, Серега. Опа, опа, опа. Не попадайся им на глаза, бегаем. Классно, слушай, мы нашли механоидов. Потом с них шестеренки выбьем. Вот мамонт. Давай, я подхожу с этой стороны, ты с другой. Так, копье на изготовку. Гони его, гони его в ту сторону. Давай, бей, бей. Главное, сделай ему удар. То есть загоняем его в угол и делаем удар. Ага, так его надо тогда вот сюда наверх как так, бы гнать. Так, смотри, чтобы он к механоидам не убежал. Давай, вдвоем. И бежим. О, бежать надо? Нет, тут как... ты что не сказал? Я убить. Нет, 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 ты его бей, бей, как этого. Как Бифало, делай после каждых 5 ударов. Ага, все. Ой, он меня все равно зацепил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Убегай, убегай. Я ему тоже дал. Все, сейчас мы его напинали. Все, одно пальтишко у нас есть. Как страшно. Так, на, мясо забирай тогда. Ты у нас мясоедка. Серега, Серега, там есть эти механоиды. Я да, боюсь приближаться. ХП мало, у меня, да? Да, у меня где-то да, 40% осталось. Давай пока не будем связываться. Давай запомним это место на карте. А, так, а он, они на карте у меня почему-то енотами отобразились. Енотами? Да, вот где мы их пробежали, они там у меня еноты нарисованы. Нет, там еноты есть, но они немножко дальше. Там крестик такой, видишь? Ага, так. Вот, вот, вот кстати... там они находятся. А, дерево надо, дерево надо. Че, к дому, да? Ага. У тебя трава еще есть? Рубану. Маленько, да. Так, нам нужна трава, чтобы сделать сушилки и котелок поставить. Сейчас я все это сделаю. Сейчас я дерево быстренько тут накромсаю. А от тебя жду досочек. Да-да-да, вот я и хочу дерево. И на костер там надо будет на ночь, чтобы было. А то опять, как ночь наступит, а мы без материалов. Ну, самое там... главное, один хобот есть. Сейчас я даже... Хотя нет, пальто пока не смогу скрафтить. Нужна так, у меня алхимическая вот машина. С голодом, что-то у меня беда. Кстати, у меня тоже 45%. Так, я что там немножко карту так ее повернуть? Так, ага. Не вижу я где этот король. А, я вообще развернул карту. О, так мы рядом тут, ё-моё. Я тебя жду, пока Бифало напинаю. Так, а я пока морковку еще соберу, потому что мне покушать надо будет сейчас на ночь. Птички поют, прикольно. Ой, зараза, два буфала, Бифало. И оба на тебя, да? Может одного отвлечь? Попробуй справиться. Фух, ну. С богом так. Смотри, если мало хп, лучше не лезь. Ой, а Серега, один лучше... успокоился. Один успокоился. А, ой. Нет. Ладно, я справлюсь, не помогаю. У меня хорошая шапка. Правда, она ломается. У меня просто хп мало, процентов 40. Нет, 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 лучше не лезь. Сейчас я справлюсь. Я уведу одного, один успокоится. Сейчас так, а я пока поем, то у меня совсем на дне уже. Все, одного что-то... убила? Как-то за голодом не слежу. А надо бы. Так. А что тут можно еще покушать? У тебя же там мяса, да, много? Да, да, сейчас я принесу. Так, ну все, тогда я деревом занимаюсь. Ой-ой-ой, у меня... копье сломалось.
А, беги, я тебе сейчас копье дам. Не-не-не, я добила его. Ух, у нас много мяса. Это надо хорошо. Надо грядки сделать, надо коптилки сделать. Блин, столько дел. Что там с досочками? Все, сейчас бегу делать. Ой, сейчас ночь будет. Ночь будет, скорее-скорее домой. Там костер вроде горит. Так. Он так слабенько горит. А все, я сейчас вот закидываю. Так, у меня кроликов две доски. Кроликов у нас тут нету нигде рядышком. Еще две доски. Так, материалы, доска. Так, держи доски. 4 штучки. Ага. О, спасибо. Сейчас ой, я сделаю нам... страшно. Химическая так. машина. Так, вот с едой надо будет что-то решить. Сейчас все будет. Так, ну, в принципе, наверное, утро наступает и все. Серию можно заканчивать. Вот смотри, я ставлю котелок, казан. Ага. И есть какие-нибудь овощи у тебя? Грибочки, а семена там? Только нет. Вообще ничего нету. А, подожди. А, или подожди, я сейчас похлебку тогда сделаю. У меня есть несвежий приготовленный гриб, но это он только для этого. Здоровье. Сейчас сварится, возьмешь, скушаешь. Короче, его выкинуть надо. Нет, не выкидывай. Он испортился, я его даже испорченный можно в котелке готовить. Блин, а я его сжег, ну ладно, буду знать. Я про рюкзак-то забыл, что у меня еще в рюкзаке вещи есть. Бери, бери похлебку из котелка. Все, вот это можешь есть. Ух ты, голод. Хорошо, тут... хорошо поел, да? Вообще на полную срок. Шикарно. И мне надо будет травы срочно потом насобирать и мозги себе вправить. И теперь смотри, собирай все овощи, собирай грибочки, будем их готовить в котелке. Так, и а мы продолжаем? Надо закончить серию? Да, уже 31 минута. Да, давай закончим эту серию, попрощаемся со всеми. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем удачи.